Принято нынче говорить, лидер общественного мнения в соцсетях Арман Шораев предложил в качестве единого кандидата от несогласных Ермурата Бапи. Вот в данный момент я бы ему предлагал зарегистрировать те партии, которые уже подали заявление, и чтобы они пошли на парламентские выборы. Они и пойдут на выборы, чтобы совместно с Токаевым изменить страну и построить новый Казахстан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.